Приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня мы с вами поедем снимать ловушку на пчел, которая простояла целый год. Посмотрим, что из этого получилось, найду ли я ее и вообще на месте ли она там. Все, поехали. А, да, забыл сказать, сегодня 26 апреля, то есть, ну, почти год она простояла. Вот так. Смотрим. Thank you.
этим буреломом. Легче ходить. Жить-то это все хозяйство, не потерять.
ребята, привез ее домой, ловушку эту. Все. Сейчас будем делать вскрытие. Ну, точнее, я крышку открутил, но еще не снимал. Не знаю, что там. Увижу, сейчас вместе посмотрим. Вот я крышку только сдвинул. С это самое. Открутить-то открутил ее. Только сдвинул с этого. А что, вообще, по-моему, даже вот так вот я смотрю. Ну, со стороны там видно. Ну, поверьте мне, там даже никого и не было. Так вот. Можно одну рамочку будет открутить там. Показать вам. Туда-сюда. Чё почём. Ну, тут вообще чисто. Даже мухи тут не были. Вот так вот. Сейчас откручу рамку, покажу. Ну, там смотреть особо не на что было. Села у меня батарейка. Поэтому там пусто. То есть целый год ловушка простояла. Но я забыл поначалу. Сейчас, когда надо уже подходит время выставлять новые, вспомнил. Вот. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И еще увидимся. Всего доброго.